человеку навязывает общество, что ему обязательно нужно жениться или выйти замуж, родить детей. Иначе он прожил свою жизнь зря. Потому что государству нужны солдаты, нужны работники, нужны налогоплательщики. Но это личное дело каждого человека, заводить ему семью или нет, заводить ему детей или нет. Никто не вправе человеку диктовать, как ему жить. Человек свободен. Так вот, если человек хочет завести семью, я считаю, он должен прожить с одним партнером около 3 лет вместе. И в том случае, если люди не раздражают друг друга, если они более или менее терпимы друг другу, если у них более или менее общие интересы и взгляды на жизнь, то в этом случае возможно заключить брак, создать семью. Ну а прежде чем заводить детей, нужно задуматься, сможет ли человек дать своим детям достойное, хорошее образование, дать им материальный достаток. Не нужно плодить нищебродов, поддаваясь давлению общества, которое диктует человеку. Создавай семью, рожай детей. И будь что будет.